В Монголии растет интерес к старомонгольскому письму, которое было в употреблении с эпохи Чингисхана до 1941 года. Всплеск интереса подстегнул запрет на изучение монгольского языка в школах китайского автономного региона «Внутренняя Монголия». Ранее жители этого региона изучали монгольский именно на старомонгольской письменности, в то время как жители внешней, независимой Монголии отдавали предпочтение кириллице. Люди всегда уважали и дорожили старомонгольским письмом в глубине души. Но события во внутренней Монголии обострили эти чувства до предела. В отличие от кириллической, латинской или китайской письменности, в старомонгольской слова пишутся не в горизонтальном, а в вертикальном направлении, сверху вниз. Начертание букв имеет ближневосточное происхождение. Через средневековый староуйгурский и сагдийский алфавиты оно восходит к древней сирийской письменности. Старомонгольский алфавит был создан в 13 веке, тогда, когда под властью монголов оказались огромные пространства Евразии. Сохраняя кириллицу, мы поддерживаем только 90 лет нашей истории, а сохраняя старомонгольское письмо, мы поддерживаем связь с тысячелетней культурой. С 90-х годов в Монголии обсуждались предложения перейти на латинскую письменность, но они были отвергнуты как новая угроза исторической преемственности. В 2015 году парламент страны, Великий государственный Хурал, принял закон, который закрепил использование кириллицы и ввел в школьную программу обязательное изучение старомонгольского письма.